Помогая детям, мини-футбольный клуб «Столица» вместе с движением «Нити дружбы» провел благотворительную акцию, главной целью которой стало привлечение внимания к 10-11-летним ребятам, которые остались без попечения родителей. Таких детей в Беларуси около 27 тысяч. Шансов на то, что в таком возрасте они обретут семью, практически нет. Чтобы собрать финансовые средства и обратить внимание на эту проблему, был проведен товарищеский турнир, в котором встретились 4 команды – СМИ, звезд спорта, партнеров клуба и родителей, чьи дети занимаются в команде «Столица Юни». Даже маленький шаг, он уже шаг. И я надеюсь, что детей порадуем чем-то, хоть кто хоть чем. А благотворительный турнир – это всегда хорошо, это прекрасно, это плюс всем организаторам, участникам. Этим турниром мы поднимаем такую тему, как помощь детям-сиротам, а именно мы сотрудничаем с проектом «Нити дружбы». Учреждение по социальной адаптации детей-сирот. Для нас это, во-первых, способ с друзьями, да, сыграть в футбол, вспомнить, что это такое. Во-вторых, турнир благотворительный, и все средства, которые мы соберем сегодня, будут направлены в адрес этого проекта. Победу в турнире праздновала команда «Звезды спорта». Впрочем, у всех участников настроение было приподнятым, потому как затевался турнир для благого дела. На этом наш выпуск завершен. Доброй ночи.